совмещать школьную и олимпиадную программу, учиться полностью онлайн и несколько раз в год встречаться на очных сменах, участвовать и побеждать в интеллектуальных состязаниях. Все это о работе биокласса АПО. Давайте узнаем, чем сегодня ребята занимаются в стенах школы ЦПМ и как организуется обучение на программе в целом. Ребята биологического класса, насколько я знаю, в течение года несколько раз очно собираются для проведения таких вот экспериментов и занятий, дискуссий, семинаров. Это сейчас второй уже за этот год выезд. Первое было ознакомительный, где были просто теоретические занятия. Мы все знакомились с ребятами, они друг с другом формировали комьюнити. А сейчас уже прицельно у нас в течение вот первых двух месяцев шла работа теоретическая. Сейчас мы прицельно отрабатываем практические занятия, и в течение года их еще 2, 3, 4 раза будет, в зависимости от того, сколько смен еще будет организовано по потребности ребят. Но вообще у нас сейчас практика идет по беспозвоночным. Мы сегодня вскрывали мидию. Это было непросто. Мне было интересно смотреть, как это делает Дмитрий Александрович. Вот, когда я начала это делать сама, я поняла, что это не так просто, как кажется. Сегодня мы занимаемся определением осмотического потенциала у растений. Нашим биопрепаратом наступает подсолнух, конкретно гипокотиль. А у растений, конкретно у их проростков, это участок стебля, который начинается наверху кордия и заканчивается до первых семидолей. Во-первых, обязательно поступайте. Вот. Я считаю, что не нужно сомневаться, нужно поступать. Потому что действительно очень классно учиться. И когда я сюда поступала, мне казалось, что здесь будет очень-очень сложно, что я не справлюсь. Но сейчас я поступила, я поняла, что здесь, пусть у ребят разный уровень, да, но очень классная атмосфера. И здесь в любом случае учиться интересно. Даже когда сложно, все равно очень классно. И все настроены помогать друг другу. Главное не волноваться. То есть, соответственно, мы все на гвоздях сидели, абсолютно все, кто сюда поступали, потому что, это биокласс, это школа ЦПМ московская, одна из лучших, это ассоциация победителей олимпиад, то есть тут все серьезно, и было довольно волнительно. Я уверен, что были люди, которые, возможно, завалились на собеседовании как раз-таки из-за волнения. Вот главное не волноваться, потому что, атмосфера здесь очень дружелюбная, то есть не такая система, что вас за любой пропуск, за любое незданное ДЗ отсюда выпирают, и все. То есть нужно просто понимать, что это очень хороший коллектив, дружелюбный, нужно просто выложиться на все 100 для того, чтобы сюда попасть. Нужно настроить себя на грамотное планирование и выработать, наверное, еще до учебного года, в летний период, несломанный режим дня, который будет работать, чтобы просыпаться и ложиться спать в какое-то адекватное циркадное время. Тогда все будет хорошо. Если ты хороший планер, то у тебя, мне кажется, будет успех.